Привет, привет всем, дамы и господа, леди и джентльмены, мадам и месье. Рад вас видеть, рад приветствовать в моем скромном эфире. Здравствуйте, здравствуйте, где Сашка? Сашка здесь недалеко, Саша. Вот. Ну что вам сказать, что вам сказать, что вам сказать? Саша, давай я не буду говорить. Нет. Так, секундочку, извините, пожалуйста. Вы же вместе? Да, мы с Сашей вместе. Привет, привет. Как дела? Дела? Нормально. Вот. Так. Витя, мне нужен Сашин совет. Совет по поводу чего, говорите? Газпром, добыча, Краснодар рулит. Ага. Леха, Лешка, здорово, Леха. Саша классная, береги ее. Хорошо. Очень классная пара. Спасибо большое. Итак, тогда скажи, что ты ее любишь. Так. Привет Уссурийску большой. Ты лучший, спасибо большое. Так, Илюха Захаров. Илюха, давай приезжай уже быстрее. Садись на коня. Мчи в гости. Так, что еще? Рязани, привет большой. Привет, привет, привет. Давайте поговорим о чем-нибудь нормальном. Давайте, давайте, давайте придумаем тему. Каменску-Уральскому привет большой. Покажи Сашу. Не, Сашка, не похожу. Саша сейчас будет в дефиците. Привет из Туапсе. Передай привет. Большой привет Туапсе. Привет Краснодарскому краю. Так, что еще? Привет с Хабаровска. Хабаровску тоже большой привет. Итак, в скором времени Сашка Шева будет организовывать. Но она вообще занялась диджеингом, честно говоря. Она еще не сообщает об этом, но все же она просто повышает свое мастерство. И скоро будет организовывать крутые тусы для всех, всех, кто хочет послушать хорошую музыку и потанцевать. Вот, поэтому я думаю, что она еще зажжет. О, Александра пришла. Так, ну что еще сказать вам? Е, круто, брат. Да уж, прикольно будет. Так. Хотите, я вам покажу свою сумочку уже? Сейчас покажу. Сашка, вот Сашка молодец, старается, береги ее. Ой, Сашка, ты стараешься, Сашка, ты стараешься? Очень. А что ты стараешься? Я стараюсь. Сашка, ты очень классно тебе пишет, вы умнички, что вы вместе. Короче, смотрите, вот моя сумочка. Диджей, видите, девочка и Александра Шева написано. Так что ждите скоро. Скоро-скоро. Я волнуюсь в твоем прямом эфире. Что за фигня? Потому что у меня людей мало. Вот. Ты когда мало людей, ты волнуешься. Так-то да. Саша, мне нужен твой совет. Давай, говорите совет. Привет, Витя. Говорите совет по поводу чего нужно от Саши. Вот, кстати, что-что, а Сашка советы давать умеет. Принимать совет не умеет, а давать совет умеет. Я хороший. Спасибо большое. Привет, Кислов. Женька, Женька, привет, брат. Женька, ты что ли? Кислов Джон. Так, вернитесь на Дом-2. Нет смысла возвращаться на Дом-2. Крутая сумочка. Да, сумка классная. Сашке как раз под новую должность. Привет, Витя. Здравствуй, Дарья. Так, Витя, с кем общаешься с Дом-2? С Бесом больше всего общаюсь. Привет, 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 привет. Мне кажется, Сашка хороший друг. Никогда не предаст. Да, кстати, что касается каких-то вот взаимоотношений, когда Саша с человеком, она не предаст. Вот только стоит человеку что-то сделать не так, вот это же все пойдет наоборот. Зеркаль. Нет. Сашка, в каком районе Орска ты живешь? В самом центре на... В центре, на Красной площади, говорит. Нет, я живу в центре на... Короче, тебе на можно Воснецово. Показать? А? Тебе можно показать? Да. Я живу на Воснецово, в центре. На Воснецово. О, что там, как там?
Передай привет Зулишке. Зулишке привет большой. Ты веришь в пару Милены и Безоса? Да, что только не бывает. Конечно, верю, что разное в жизни случается. Безос, я говорил еще раз, Безос мне говорит, что у него чувство есть, что Милена ему нравится, что хочет попробовать. Пусть пробует. Сашка, хочу любимому подарить цепочку. Как это сделать красиво? Саш, как красиво подарить цепочку любимому? Наверное, сначала, знаешь как, надо сначала, мне кажется, будку, ну, поставить, сделать будочку маленькую. И чтобы, как бы, сказал, туда руку засунула, там цепочка в будке, понятно? И он такой одел на себя, типа он пес. Ты что несешь? Сколько стоит у тебя реклама? Кого? У Саши реклама сколько стоит? Как с Сашей? Я не говорю прайс, пишите Сашка, в директ. Это, да, вот видите, Саша говорит по рекламе в директ. Не надо на Дом 2 идти, там туфта. Ну, кстати, на Дом 2 не то чтобы туфта, там надо просто себя держать в руках. Хотя, найдут к чему прикопаться. Ладно, не буду смущать, удачи, чтобы все отлично было. Жека, братка, ты хоть пиши в WhatsApp, что ты мне в прямых эфирах чеканишь? Саша хорошая женщина, эшкери. Понятно, Сашка красотка. Зачем Сешечка обидел? Сешечка я обидел... Блин, случайно, можно сказать, я думал это сделать как воспитательный момент, но немножко борщинул, так что извиняюсь перед всеми любителями собак, я сам люблю собак, так уж получилось. Что ты нашел в Шеве? Она же плохая мать. Ну, блин, как сказать, я думаю, что она себе еще проявит как мать, просто она сейчас денежки зарабатывает, кому что, она хочет своего ребенка, чтобы ребенок не нуждался ни в чем. Вот, пусть он будет пока. Да, она ничего не нуждается. Пусть не хватает пока внимания, но зато хотя бы сыто одета. Вот, ходит в хороший садик. И всегда на связи. Саша, как в Москве все наладишь, забери дочку, так и сделает. Конечно. Саша, мы с тобой рядом, с Орске живу в Москве. Ого, привет. Арчане и Москвы, объединяйтесь. Очень классный, Саша. Спасибо большое. Витя, сколько твой рост? 2,07. Привет, передай Саше, скажи, она самая лучшая. Сашка, привет тебе от Волка, Лера, ты самая лучшая. Витя, ты классный, добрый, это сразу видно. Спасибо. Спасибо большое. А где Сашуня? Сашка, вон она стоит. Вон Сашка стоит, это Сашка стоит. Вот, Сашка стоит. Вот что, я вас люблю, вы офигенные. Спасибо большое. Саша, что одеть на свидание? Ну, Сашка обычно на свидание одевает... Слушайте, ребят, я всегда хожу на спорте. Я люблю кеды, спортивные костюмы и всякое такое. То есть, как бы, я не знаю, Витя вообще тоже видит, что я редко надеваю платья, каблуки, вот. Я даже не знаю. Только на лобные Сашка одевает платья, да, каблуки. Да, кстати, я только на лобные одевала и на шоу. А так здесь я хожу по Москве в кедах. Я подстригся, просто я сейчас, у меня, короче... Творческий беспорядок на голове и вообще, наверное, внутри тоже. Витя, подстригись. Вот недавно подстригался, согласись, Саш? Да. Вот. Меня, короче, до этого подстригли ужасно. Я пошел в Анапе в одну парикмахерскую, не буду ее рекламировать, поэтому. И меня подстригли так, что я ненавижу, когда работают филировочными ножницами. Кстати, не позволяйте, пожалуйста. Уже это прошлый век. Вот, и меня так отфилировали, что у меня волосы стали реденькие, такие дурацкие. И теперь мне придется еще месяц-два мучиться с прической, пока у меня не отрастет шевелюра. Витя, как тебе груди Сашули? Груди бабули. Так, Саша. Ладно. Саша, мне нужно его поразить. Ну, это вы про цепочку подарите. Я же сказал, по цепочку. Сделайте маленькую будочку. И все, и вот, ну, сделайте прикол. На Дом 2 все по сценарию, нет, не по сценарию, зато ребенок в достатке. Да, привет из Беларуси, Беларусь, привет. Так, сколько уже с Сашей встречаетесь? В общей сложности 2 недели. Что так, да не сейчас. До месяца 4. В смысле 4 месяца? Мы с тобой знакомы уже, во сколько мы в конце марта начали встречаться. Вот и посчитай в конце марта. Да, снимает квартиру. Как так? Как дела? Меня зовут Ирина из города Еманжлис, Челябинска. Смотри, слушайте сообщение. 8 месяцев почти, ты чё? Слушайте сообщение. Как дела? Меня зовут Ирина из города Еманжелинск, Челябинская область. Дела нормально. Меня зовут Витя, я из Воркуты родом.
Так, мы помирились. Да, ты хороший. Заткнись, псина. Саша, забегай, дочка, и я тебе помогу. Ну вот, вот Сашке, вот этот, кстати, кто Сашке там по рекламе, по всему, вы пишите ей в директ, вот это ей поможет реально. Она и денежки дочке отправит, и все, и все, и все. Вот, Саша, я бы хотел иметь такую подругу, как ты. Да, Саша подруга хорошая. Привет из Осетии, осетинская Килла. Привет, Осетии, тоже большой привет. Рушит людей, особенно остров. Проект рушит, да, точно. Вы самый лучший, не ругайте. Сашка тоже любит кеды, да. Так, вы опять вместе снова. Я тоже больше по спортику, платье не мое. Вот, пусть Саша мне привет передаст. Просто Даша. Витя. Просьба сделать Сашку счастливой, она действительно хорошая девочка, просто ее часто обижали, мне кажется. Нет, Сашу не часто обижали, просто Саше часто все давали. Саша, ты лучше, желаю вам счастья, спасибо, вы очень классные, спасибо большое. Скажи Саше, что она умничка, обязательно скажу, Шева, бомба, я, да, бомба, Шева. Ты с Шевой, да, получается так, привет, красавец. Неописуемый, неописуемый, ладно. Вы суперские, обожаю вас, спасибо большое всем, спасибо за... какие-то добрые слова, мне приятно очень. Вы где живете? В Москве. В Москве живем на метро Южная. Ты спортом занимаешься? Да, занимаюсь сейчас по любителям в баскет играю. Так, ты... Так, по поводу плохой матери, ладно. Ты сказал, что не будешь с ней. Да, говорил, но так уж получилось. Здравствуйте, Ваня Огол, здравствуй. Очень нравится Саша с каре. С длинными волосами не так эффектно. Ну, пусть пока поносит и нравится что-то не свое. Если не секрет, в какую цену снимаете? Секрет, Сашка не разрешает потом говорить. Витя и Саша, скажите, пожалуйста, Наска, ты лучшая. Наска, ты лучшая. Саша пока занята делами там. Витя ровный парень, спасибо большое. А ты из Воркуты? Ты что, земляк мой? Да, я из Воркуты родом. Вот, с Воркуты уехал 7 лет. Привет, как делишки? Делишки нормально, спасибо большое. Привет, Саша. Саша, привет. Сашуля, так... Как с Сашей? Нормально все, пока все. В чате собака ты бешеная. Саша, ты лапочка. Привет, вы с Сашей вместе? Да, покажи Сашу. Саша там в комнате, она потом придет. Сашу, Сашу, ведь ты прикалываешься, что ты из Воркуты. Нет, я на самом деле из Воркуты, поселок Северный, я там родился. Коми АССР. Саша, красотка, одни вы все. Так, ладно. Сашка хорошая девочка, скучно смотреть эфиры. Так почему ты ушел? Я ушел, потому что ну, надо развиваться, понимаете? Пока находишься на проекте, ты не развиваешься. А потом всегда находишься под таким... типа вот, вот если вдруг меня уберут отсюда, что я буду делать? Чем больше там находишься, тем больше привыкаешь к халяве. Без Саши и Вити эфиры тухлые на Дом-2. Да не, ну не скажите, есть там, наверное, что-то интересное. С вами возможно встретиться? Конечно, возможно. Одни вынесли прям это так. Привет, Алсукум. Так, Саша, передай привет. Саша потом передашь. Ты высокий, сколько у тебя рост, если не секрет? 207. Как детей зовут? Дима, Даня. У Сашки Ариана. Передай привет Алисе из Нижнего. Алисе из Нижнего привет большой. Волкова Лера. Спасибо, мы тебя тоже. Саша, ты богиня. Привет вам из Тулы. Тулы тоже огромный привет. Саша хорошо с длинными волосами. Ну хорошо, я тоже из Воркуты, я живу в Питере. Ну здорово, все с Воркуты потихонечку отчаливают, там слишком холодно. Витя, ты первый, кто реально отвечает всем прямой эфир. Обычно жрут ногти, красят и так далее. Ну да, так, Витя, ты общаешься со своими детьми? Да, общаюсь. Саша, теперь никуда надо у вас свадьбе ныть. Ну ладно, так запыхался, аж читаю сообщения эти. Ну да, немножечко. Передай привет Тольятти. Тольятти, привет большой. Как твоих детей зовут? Дима и Даня. Витя, ты что так тараторишь? Ну потому что все сообщения надо прочитать, поэтому тараторю. Без вас, Грица и Марго, скукота на проекте. Да, кстати, очень много. Фокс, здорово, братка. Ты в Москве, давай увидимся. Витя, приз, обязательно помогай своим детям. Я обязательно буду помогать и помогаю своим детям, как могу. Так, Витька, ты такой добряк, а прям удивляюсь. Большой добряк. Это редкость такая. Доброта в сердце, счастье тебе. Спасибо большое. Я надеюсь, я не растеряю. С ума сойти, земляк на Дом-2, Воркута, столица мира. Да, конечно, столица мира, Воркута. Но на самом деле, кто родом из Воркуты, наверное, у того есть преимущество в общении с людьми, когда спрашивают, ты откуда, я говорю, из Воркуты. И все сразу вопросы по поводу того, конкретный парень, не конкретный, что, кого...
Все сразу все понимают, типа парень с Воркуты, город, зоны, все такое. Я родом из Воркуты, поселок Северный. Такая же я родом из Воркуты, из поселка Северного. Вот, Новосибирску привет большой, вы вместе с Сашей, пипец, как ты ее простил. Да так как-то, честно говоря, наверное, возраст. Возраст говорит мне о том, что все ошибаются. И, наверное, еще раз говорю, когда ты в ком-то разочаровываешься или наступает какое-то разочарование, наверное, нет вины того, кто очаровал тебя. Вина в том, что ты поверил. Вот, поэтому и прощать не за что, честно говоря. Я не знаю, мне кажется... Когда мне люди говорят «прости», мне кажется, это такое лишнее сейчас слово «прости». Просто если ты видишь, что человек как-то осознал свою вину или там, ну, раскаивается в поступках, в действиях, то это видно. Но тут уже не надо ничего говорить. Слово «прости», оно ничего не значит, честно говоря. Народ, я в 17 лет мал секс. Странно, что это такое. Так, не обращайте внимания на злые... Вонючий язык их. Спасибо большое. Саша, передай привет мне, пожалуйста. Ста. Зайдите к Сашке в эфир потом. Она передаст привет тем, кто хочет. Так, ты отвечаешь в директ? Да, отвечаю. Ты работаешь? Да, работаю. Молодец, всем стараешься отвечать. Я стараюсь, да. Привет, Краснодар. Краснодар тоже большой. Ты снова Саша. Да, Витя, ты секси. Ну, как сказать? Зачем ты опять сошелся с Шевой? Ну, так получилось. Как вы помирились? Кто первый был инициатором, если не секрет? Да мы просто увиделись с Сашкой и как-то все вспомнили, что было, забыли плохое и все как-то заново. Ты реально умнички, что отвечаешь всем, стараюсь. Сашей, привет, детей надо познакомить. Посмотрим, Саша хорошая мама, она с бабушкой, а не у чужих, это точно. Вы с Сашей прикольные, спасибо большое, видите, ты прикол, стараюсь. У кого был секс 17 лет, как у меня, братан, Energy, блин, что-то ты вообще прям такой забавный. Саша, совет тебе. Давайте Сашке советов, много-много Сашке советов. Сашка все советы записывает, она потом пересматривает эфиры и самые лучшие советы, просто сохраняет себе, скриншоты будет делать самых лучших советов. Она хорошая мама, не смешите, вы классные. Спасибо большое, моему бы сыну технику чтения, как у тебя перенять. На самом деле я читаю не очень быстро, но почему-то эти сообщения быстро читаю. Привет из Иванова. Иванову тоже огромный привет. Здравствуйте. Красивенький привет. Здравствуйте. Она ушла с Дом-2, ушла давно. Да. Так, я с Украины. Украине тоже огромный привет. Жека, держись, там 17 лет. Все, не хватает в Дом-2. А вас не хватает? Да, наверное. Витя, голос твой люблю. Ну, спасибо большое. Это единственное, что можно мне любить. Так. Ни разу не видела дочь за это время, тусовки, мужики. У кого? Нет, Саша видела дочь, она с ней, во-первых, всегда на видеосвязи общается ежедневно. Ну и на самом деле Сашка планирует или к ней лететь через пару недель, или сюда ее взять. Вы красивая пара, спасибо, что Витя, ты молодец, что простил Сашу, ты ее очень любишь. Это интересное заявление, мне кажется, там морально очень тяжело, из добрых людей получаются какие-то не очень хорошие люди, возможно... Это из-за того, что халява. Это из-за того, что халява, из-за того, что... Или же вы начинаете цепляться за слова и, как говорится, находить компромат на других людей, чтобы быть интересным, или же вам надо уходить. Поэтому на Дом-2 просто так сидеть и есть халявную колбасу не получится. Люди так простил. Зачем вы лезете? Да, это точно так. Вас интересно было смотреть? Я сын, ты тоже огромный привет, закрой тему о дочери, это святое, да. Вить, бросай, так, ладно, так, привет. Так, где Сашуля? Сашуля в комнате, все люди хороши по-своему, это точно. Вить, не доверяешь женщинам, они очень коварные. Блин, это да, это я стараюсь, я не доверяю никому теперь, кроме своих детей. Привет, Тимир Тау, Казахстан, тоже привет большой, молодцы, рад за вас, спасибо, что Саша, ты супер, я ее люблю. Так, как бросить уже, мать, подскажи. Так, я думаю, тему закроет, когда изменится. Ребята, главное, вам хорошо вместе, это самое главное. Так, да, спасибо, огонь, вы пара, спасибо большое, передай ей привет, обязательно передам, вы умнички, любите друг друга, счастья вам, спасибо большое. Так, правильно, что простил Сашку за проектом, отношения совсем по-другому выстраиваются, а на проекте... Постоянно прессингует, давит морально и пытаясь, так,
выставить с худшей стороны. Раньше что, такого не было. Раньше было еще хуже, честно говоря. Слышал раньше на проекте, все шевелились и напивались. Вы, Саша, замечательная пара. Спасибо большое. Саша, счастье вам. Спасибо. Саша передает. Привет, 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 привет. Ты работаешь? Да, работаю. А где Саша? Саша в комнате. Какой у тебя рост? 207. Привет из Липецка. Липецка тоже огромный привет. Привет из Краснодара. Краснодару привет. Вы лучшие. Спасибо большое. Чем занимаешься после проекта? Я сейчас тренирую и снимаюсь. С Дома 2 бежать надо, это точно. Так, не собирайтесь назад на проект? Нет. Но она не ездила к ней 3 месяца ни разу. Еще съездит, все будет хорошо. А ты познакомился с Сашиной дочкой уже? Нет. Кто первый к примирению пошел? Да как-то все в совокупности. И я, и Саша. Ты так, по тебе видно, что ты любишь Сашу. Так, вы очень хорошо смотритесь вместе. Спасибо большое. Здравствуйте. На Дом 2 вкусная колбаса? Очень вкусная. Там, на самом деле, по еде там нет вопросов. Женись на ней, да и все. Но это слишком пока. Так, Витька, ты какой такой классный, ну просто супер. Спасибо большое. Витяк, Витяк, привет, привет. Привет. Я не представляю, что моя дочь будет с бабушкой. Не поняла последний пост. А что в последнем посте? Как жизнь? Нормально. Витя, слушай свое сердце. Так и делаю. И изменилась ли жизнь после проекта? Да не особо. Покажи Сашку. Сашка в комнате там занимается делами. Привет, как ты? Ола, ола. Саша, покажи Саше в комнате. Приятно с вами общаться. Удачи вам. Спасибо большое. Собирайтесь на проект. Нет, где Саша? Саша в соседней комнате, дом 2. Витя, ты где в баскет играешь? Мытищи Олимпик. Саша, покажись. Саша позже покажет. Как поставить точки с мужем, подскажи. Ой, никак. Это как пластырь. Надо сразу же уходить, сразу же отрывать, сразу же все гасить и прятаться. Если дашь слабину, опять вернешься. Поэтому, Аленушке, привет, где? Привет, Аленушке, большой. У бабушки нет, получается, своей жизни. Почему она должна воспитывать ее дочь? Потому что бабушка, во-первых, хочет помогать, помогает, и для бабушки это радость большая. Я сам знаю, насколько, во-первых, я рос с бабушкой, во-вторых, мои дети, когда видятся с бабушкой, они очень ее любят. И, наверное, такую любовь, которую дают бабушки, дедушки, родители такой не могут дать, потому что у родителей просто нет времени на такую любовь. Я рада, что вы с Сашей вместе. Спасибо большое. Витя, обними Сашу, обниму попозже. Водички попей, а то в горле пересохнет. Кстати, да. Хватит говорить так, ладно. Витя, походу ты забрал все прямые эфиры у других участников. Да нетушки. Женись на ней, да и все. Крыму привет большой. Так, ты как Тина Канделаки. Да нет, добрый вечер. Желаю вам счастья, на вас приятно смотреть. Спасибо большое. Так, это не Дом 2, а Дурдом 2. Закрыть его надо. Нет, это, думаю, эту передачу никогда не закроют, потому что дает неплохие рейтинги на ТНТ. Передай Танюшке привет. Танюшке привет большой. Кто на Дом 2 не играет? Да, почти никто не играет, господа. На Доме 2 просто немножко преувеличивают всю ситуацию, которая происходит. Там, я не знаю, почему там эмоциональный фон довольно сильно подвержен как бы колебаниям. Поэтому получается там и ссоры, и драки, и какие-то слезы. Я не знаю почему, я сам на Доме 2 пару-тройку раз, даже нет, я плакал прям. И сам от себя этого не ожидал. Я не знаю почему, может замкнутое пространство, может какие-то мысли там посещают, но порой довольно морально тяжело. Молодчина, на все вопросы успеваешь отвечать, стараюсь. Скучаешь по проекту? Нет. Ты красавчик, спасибо большое. Фу, как можно построить такое? А, простить такое. Да нечего было прощать, вы лучшие, спасибо большое. Какие планы на вечер? На вечер, кстати, планы есть. Так, а где Саша? Саша в другой комнате. Привет, Ви, ты так забавно ведешь эфир. Что забавного? Так, передай привет Ксюше из Москвы. Ксюша из Москвы, привет огромный. Так, помогать одно. Ладно, привет, если любишь, нужно быть вместе. Так. Позови Сашу, передай привет Валерии. Валерий, привет большой, как дела? Хорошо, а скинься на бабушек. Ладно, ты работаешь? Да, работаешь. Детей вы когда познакомите? Не знаю, когда детей перевезете себе? Как только будет все чуть получше, конечно, перевезем. Где живете, снимаете? Живем в метро Южное. Не соглашусь, как нет времени на своих детей. У самой ребенок. У вас ребенок, наверное, в садике, и в садике он находится с 8 утра до 6 вечера. Вы в это время работаете, с ребенком увидитесь только 3 часа в день, по большому счету. И вы говорите, что у вас есть время на детей. Сколько ребенку надо вашего времени, вы знаете?
Я думаю, что ни в одной книге нет того, сколько родитель должен уделять времени ребенку. Если вы считаете, что вы должны проводить со своим ребенком 24/7, вы этого не делаете. Вот прошу вас, вы вот, допустим, я не знаю, вы говорите о том, что ребенку надо время. Да, безусловно, ребенку надо время. Но сколько ребенку надо время в день вашего личного? Я думаю, вряд ли кто-то может сказать. Кто-то, у кого-то муж очень много зарабатывает, и он говорит своей жене: вот твоя работа — сидеть с ребенком. Сидеть с ребенком 24/7. И женщина делает это, потому что у нее есть возможность, у нее зарабатывает муж. У других, другие матеря работают. Они успевают в 8 утра отвезти ребенка в садик, поехать на работу и в 7 вечера его забрать. Пару часов побыть с ним, уложить спать. И так каждый день, не считая выходных. В итоге девушка проводит со своим ребенком, мать, 2 часа в день. Много ли это времени, вы скажете? Одна женщина проводит 24 часа, другая 2 часа в день. Одна женщина работает с утра до ночи, другая женщина сидит дома. Все зависит от обстоятельств, от условий, поэтому подумайте об этом. За Хабиба или за Конора? Да ни за кого, уже выиграл Хабиб. Не согласен с тобой, я мама, и я уверен, что больше, чем я, любить мою дочь никто не сможет. Браво. Передай привет мне. Привет, Инасина Инна. Витя, скажи честно, пожалуйста, на дом 2 все по сценарию? Честно говорю, не по сценарию. Когда детей познакомите? Мы не знаем еще, наверное, скоро. Блин, вы классный, спасибо, все, видно, не понять, так как дочка всегда со мной. Бабушка — это хорошая помощь, если мой сын все лето живет у бабушки, типа я автоматически плохая мать, что ли? Вот, тоже верно. Кто из ведущих лучший? Мне больше всего нравится Бородина и Черкасов. Витя, ты уже стал читать комменты? Ну, потихоньку, да, некоторые читают. На самом деле, молодцы, что ушли. Там не место для нормальных и простых ребят. Это точно. Привет из Крыма. Крыму огромный привет. Так, за сколько квартиру снимать, если честно? Честно, не могу сейчас сказать ничего. Так, капец, ты как робот. Но я стараюсь, да, быть как робот. Я, короче, залипла на твоем прямом эфире. Почему? Как дела, Витя? Не читай плохие комменты, срач не надо слушать. Стараюсь. Вы что, снова с Сашей вместе? Да. Не слушай никого. Я слушаю всех, но делаю свои выводы. Привет из Кыргызстана. Кыргызстану тоже привет огромный. Я в Киргизии, кстати, пробыл 5 месяцев. Я в Киргизии был, в Бишкеке. Занимался в физкультурном. У вас Шеви, красотка, прости, иногда совершаешь ошибки. Но у кого? Но кто без прошлого? Да уж, вот я о том же говорил, недавний мой пост. Вы, Саша, что там? Чем-то похоже. Да, салам алейкум. Так, я думаю, уже 8 месяцев, 24/7, и буду дальше рядом с детем. Правильно, правильно, будьте. Ты прав полностью, с тобой солидарно. Привет, 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 ты с Сашей сейчас, да. Ты прав, уже лучше с родной бабулей, чем в садике с утра до вечера, и при этом ребенку уделять 2-3 часа. Да не слушай ты их. Так, работать нужно, и ребенок в садике целый день. Привет из Киргизии. Киргизии огромный привет. О, ебать, ты олень тупой, Жанна, уф, какая же ты странная. Приятно смотреть твои эфиры, не игноришь, я стараюсь. Так, мне тоже очень помогает бабушка, и сын мой меня любит не меньше, я согласен. Все надо в совокупности. Ребенок, вы знаете, некоторые по каким-то обстоятельствам мать, отец может пропасть даже там на 5 лет, даже на 10 лет, но он приезжает, если он действительно любит своего ребенка, ребенок чувствует это, и ему плевать, что было до, правда. Ну, вот у меня, допустим, была тяжелая ситуация с мамой, да, мы с мамой в детстве, маму бросил отец у меня, и мама немножечко ушла в себя, то есть стала уделять нам мало времени, и мы из-за этого стали жить с бабушкой. Но прошло время, и я сейчас вижу любовь матери своей, и я понимаю, насколько я ее люблю. И не важно, что было тогда, не важно, что произошло, я понимаю, что моя мать меня очень любит и любит безмерно. И когда ты чувствуешь это от человека, ты отдаешь ему ту же любовь и закрываешь глаза на все, что было до этого.
Бузова беременна, а Дениса Лебедева замуж за Бузову. Ничего себе, нет, не слышал такого. Где Саша? Саша в комнате. Саша, привет из Орска. Орска тоже огромный привет от нее. Обожаю, когда вы вместе, ждала этого, дождалась. И так, не расставайтесь больше. Да, мы стараемся, покажи Сашу. Сашка делами занимается. Витя, как же ты похож на моего бывшего мужа. Эх, ха-ха. Так, вот его прет. Когда ждем... Тогда ждем бишкеки, физкультурные рули. Да, точно. Привет из Одессы. Одесса тоже говорит привет. А как ты относишься, что она была с другим мужчиной? Я писал это, понимаете, блин, найти сейчас девственницу, девушку, которой до тебя никого не было, это большая редкость. А, по сути, я уже, наверное, попрек своими некоторыми принципами, и поэтому уже, в принципе, я на это внимание не обращаю. Витя, привет, скажи. Привет, Камиль. Так, привет, да, не слушай ты их, пусть я видел 3 часа в день. Так, это они ни в чем нуждаться не будут. Да, это правда. Привет, Витюшка, привет, диджей Багира, привет. Витя, отдохни, рот не передышку. Рот на передышку. Виктор и Саша, привет вам из Перми, Перми, огромный привет. Значит, на себя время есть, а на детей нет. Никуда не поверю, главное желание, это точно. Когда малышка заберет? Я думаю, скоро. Витюша, приезжай в гости. Обязательно приеду, и вы приезжайте тоже. Вы молодцы, не слушайте злых людей. Делайте все, как считаете нужным. Я вам желаю счастья и взаимопонимания. Спасибо большое. Одни и те же вопросы, люди. У вас что, своей личной жизни нет или что? Вот и умничка, ты настоящий мужчина. Фух. Дамы и господа, целую вас, обнимаю. Все, мой эфир подходит к концу. Вам хорошего вечера. Спасибо большое. Целую вас всех.